Всем здорово. Показываю свое место жительства. Живу сейчас прям на работе вообще. Внизу на первом этаже офис, а я вот на втором этаже. А во дворе там уже работа кипит, блин. И все. Что-то разгружает там, короче. Ничего так хоромы, правда? Тут со мной еще один пацан живет, вот здесь спит. Поляк. Кухня, блядь. Такой себе умывальник, газ и охрененная душевая кабина. Open space унитазом. А здесь вообще непонятно что. У меня сейчас есть огромная, очень важная для меня цель. Такая мотивирующая. Изменить свою жизнь по-настоящему. Вот так, чтобы радикально. Изменение жизни невозможно без изменения себя. Поэтому работать, пацаны, работать. Над собой работать. Первое, что я хочу сделать, это стать более энергичным, потому что не понимаю, что вообще. Вялый какой-то, энергии нет, ни хрена. Ничего не хочется делать, ничего не хочется говорить, если говорю, то очень медленно. Бросить курить. Все еще курила. Ну, точнее, когда приехал, точно курила, а потом начал курить вдруг. Теперь надо снова бросать второй раз. Заняться спортом. Найти работу и устроиться на работу, которая будет еще лучше этой. Хотя у меня сейчас офигенная работа. Прекрасные люди, работа не тяжелая. А меня вообще все устраивает пока что. Но всегда есть куда стремиться. Поэтому всем тоже желаю стремления, кайфа от жизни. И поехали!